Всем привет! Сегодня мы научим, как делать мороженое из подручных средств. Вообще, чтобы приготовить мороженое, нужно много усилий, да, София? Да. Но мы научим вас, как сделать мороженое своими руками. И что нам на это понадобится, Максим? Нам понадобится молоко, шоколадные шарики, розовые шарики, мармеладки. А еще у нас есть такая смесь для мороженого. Только если вы будете ее покупать, то покупайте ее без добавок. И вот это вот все нам понадобится, чтобы сделать мороженое. И не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. А мы начинаем. Мы берем 200 мл молока и все это молоко выливаем вот сюда. Дальше нам нужно смесь для мороженого. И, София, так как ты моя младшая сестренка, то ты можешь выбрать себе мороженое. Шоколадное. А дальше нам понадобится блендер. Держи крепко. А мы ее попробуем? Да. Давай. Ребят, ну вот у нас и получилось... Классная мороженая масса. Теперь мы будем ее заливать в формочки. Все. Хватит. Мы вылили, и вот как у нас классно получилось. А теперь София будет засыпать вкусняшки. Да. Все, это мороженое готово. А теперь приступаем к следующему. А что же можно добавить в ингредиент нам? О, это! Мармеладки? Да! Мороженого. Какое у нас получилось самое вкусное? Ванильное, клубничное или... Шоколадное. Пишите в комментариях, ребят. Вот мы сделали наши три мороженки. И дело осталось за малым. Что, София? Ставь холодильник. Ну что, пойдем? Пойдем. И у нас получится вкусняшка. Не забудьте поставить лайк. И подписаться на наш канал. 5 hours later. София, а хочешь магию? Да. Хлопни в ладоши, и сейчас появится наше мороженое. Да. Вот это да! Ну что, будем пробовать? Давай. Мы сами не знаем, что из этого получится сейчас. Ребят, реально вкусное мороженое. Да, вкусное. Если у вас есть время, то тогда вы можете взять эти ингредиенты в магазине в любом и сделать тоже такое вкусное мороженое. Ну что, Свет, приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.